Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto E7 Plus очистить историю поиска в браузере. Я вам буду показывать на примере Google. Заходим в Google, нажимаем «Дополнительно», «История», видим здесь у нас всю историю поиска. Можем удалять по одному, либо же можем нажать «Очистить историю», «Последний час», «24», «7 дней», «4 недели», либо же «Все время». Можем удалить историю браузера, файлы куки удалить и также изображения, оставленные в кэше. Нажимаем «Удалить данные». И как видите, больше у нас в истории ничего нет. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!